закроют на Зареченский мост движение? Там же все закончено? Нет, там не все закончили, мы доделаем там благоустройство. В пятницу нам ГАИТОК согласовал схему размещения знаков и, в общем-то, движения. Ну, могу сказать, так сказать, официально о том, что движение, значит, общественного транспорта по мосту разрешено, и оно соответствует со всеми нормами ГОСТами. То есть там будет двигаться общественный транспорт.